знаете, у меня самое прекрасное впечатление. Вообще, честно говоря, я даже не знала, что у нас в нашей стране такие школы бывают. Я позавидовала детям, которые выпало счастье иметь таких родителей, которые могут там обеспечить обучение в такой школе. В следующей жизни я бы себе пожелала поучиться в такой школе. Я под большим впечатлением, действительно.